житель школ города Стерлитамак в Башкирии подросток напал на одноклассников и учительницу, а затем поджег здание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину, в результате чего пострадали 3 человека. Потом мальчик устроил пожар. Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики. Всех школьников вывели на улицу. Дети в панике столпились около горящего здания. «У нас все плачут, это очень страшно», – рассказала одна из учениц. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеграм-канал МАШ. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В ведомстве заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения –